весеннее время даже такое безобидное на первый взгляд хобби, как рыбалка, может быть опасным для жизни. В ночь с пятницы на субботу в местечке Харенко произошел первый в этом сезоне случай провала человека под лед. Чтобы предотвратить подобные ЧП, сотрудники ГИМС совместно с полицейскими и спасателями проводят профилактические рейды на водных объектах региона. Считаем, что эти выезды необходимы. Я думаю, что будем продолжать и дальше, потому что опаснее становится положение на льду, ну, на водных объектах Ивановской области. У этих ивановцев рыбалка сегодня не удалась. И дело даже не в клеве. С насиженных рыбных мест на льду у ТЭЦ-2 их попросили спасатели. Ну тает же, ну господи, вот сколько предупреждаем, там аншлаг стоит и здесь. Ну так сидите, а люди тонут. Препирательства с инспекторами ГИМС продолжались долго. Рыболовы пытались доказать, что лед еще довольно толстый, выдержит хоть футбольную команду. Вы понимаете, что опасно на лед уходить, уже полностью тает снег, все показывают, где на чем уходит, где тонут. Ну смерите лед, да. Сами, смерите. Да, при чем тут уже не 5 сантиметров. Вы поймите, стоят аншлаги, мы уставляем для вас специально, для людей. Однако неподалеку от ТЭЦ лед самый коварный. Горячими сбросами он подмывается и может неожиданно треснуть. К тому же неподалеку от этого рыбного места установлены запретительные аншлаги. А значит, выход на лед – административное правонарушение. Чтобы избежать штрафа в 500 рублей, рыболовам все-таки пришлось смотать удочки. Наталья Романова, РТВ Иваново.